Кремлевском дворце состоялся Ташир-2013, концерт, на котором ежегодно вручаются премии в области армянской музыкальной культуры. На сцене Ташира выступают как именитые армянские артисты, так и звезды мировой величины. В прошлом году участие в шоу приняли Тото Кутунья и Лара Фабиан. На этот раз были приглашены Энрике Иглесиас, Патрик Фьюри и Эллен Сигара. Церемония проводилась при поддержке известного миллиардера и благотворителя Самвела Карапетяна, активно поддерживающего национальную культуру. Несмотря на всю масштабность и фееричное шоу, некоторые неожиданные моменты все же были. Например, сцена зала оказалась очень скользкой, практически всем звездам приходилось лавировать на ней во время выступления, особенно непросто пришлось западным исполнителям. Было странно наблюдать, как мало цветов подарили знаменитой Сигара, которая поет в мюзикле «Нотр-Дам до Пари». Впрочем, сладкоголосому Иглесиасу досталось не больше. Зато на подобное невнимание не могли пожаловаться армянские и российские исполнители, особенно со стороны зрелой аудитории зала. Николаю Баскову, например, пришлось помочь Софии Ротару, которая уже не могла одна справиться с таким количеством букетов. Впрочем, о вкусах публики не спорят. Зрители уже гадают, какими сюрпризами порадует Ташир их в следующем году.